Сегодня в редакции царит необычная атмосфера. Праздник чувствуется буквально во всем, от улыбок коллег до украшения зала. Поздравления с юбилеем и заслуженные награды от читателей и героев многих материалов принимают сотрудники редакции. Это общественно-аналитическая газета. Это газета сегодня, которая занимает лидирующую позицию в Оренбургской области. Ну и по тем людям, которые сидят напротив вас, вы видите отношение к этой газете. Поэтому вам огромные слова благодарности. Спасибо. Газета – это результат командной работы, где большую роль играют журналисты. Алла Черкисатова в этой редакции почти 20 лет. Рассказывает, что даже пробовала менять место работы, но все равно возвращается в Оренбуржье. Коллектив у нас хороший, вот, поэтому это тоже очень много значит. И даже если я где-то еще работала с другими коллективами или еще что-то, но здесь вот как какой-то самый родной получился. Хотя и с другими коллегами всегда было хорошо, но здесь больше всего как родной дом. Олег Рукавицын. Это его глазами читатели видят события. Он всегда подмечает детали, мимо которых прошли бы другие. Его работы – украшение зала. Снимок из Андреевского монастыря, любимый для фотографа. Была большая серия, была большая метель. Она какой-то наложила такой своеобразный отпечаток и на все остальное мое творчество. И она была довольно суровая, эта серия. Тяжело делалась, но очень такой выход творческий, положительный, отличный получился. Свой юбилей газета разделяет в первую очередь с читателем. Праздничный номер уже вышел в свет. Он тоже юбилейный – 6055. История издания начинается в сложное время – 1991 год. Культура, политика, детство, спорт. Здесь ежедневно рассказывают о самом важном в регионе и мире. Самое главное, что газета сосредотачивает свое внимание на людях труда, на тех, кто своим трудом, талантами, старанием продвигает нашу область и на федеральном уровне прославляет область, и который дает уверенности в жизни землякам оренбуржцам. Газета «Оренбуржье сегодня» – это развивающееся печатное издание. Она выходит дважды в неделю и распространена во всех муниципалитетах области. К тому же у многотиражки есть свой сайт, который постоянно пополняется свежими новостями. Все это ежедневная работа небольшого коллектива. Работники редакции не раз становились победителями журналистских конкурсов. В прошлом году получили 3 премии губернатора. Ольга Энгельс, Игорь Бероев, «Новости дня».